Здравствуйте, ребят, с вами снова Сергей. И вот, как я обещал, насчет того, что проект мой не забыт. После сборки мотора я собрал вот низ, позже покажу. Головку еще не накидывал, еще сейчас распредвал низовой. И вот мне пришла, я заказывал плита переходная. Заказывал с Москвы, вот пришла посылочка. Заказывал на Авито у ребят. Вообще нормально. По мне ее отправили в понедельник. Вот сегодня вторник пришла. Можно сказать, сутки. Вот они мне ее. Как пришла, вот она. Сейчас я буду открывать, смотреть, что есть. Заказывал я плиту на ЛуАЗ под мотор ВАЗ-2108 с выжимным. Но есть одно но. Плита в описании была усиленная. Это не нужно делать пыльника на маховик от грязи, от всего. Она уже идет, можно сказать, с ним. Вот она, плита. Ух ты, ребята, качество вообще четкое. Так, вот он выжимной. 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 Ну, выжимной не знаю. Не особо эти выжимные все хвалят такие. Говорят, что лучше наварить. Ну ладно. Переходим к самому сочному, вкусному, интересному. Блин, ну качество реально, ребята. Смотрите, как она вся блестит. Она просто идеально гладкая. На обычных плитах у них получается вот так вот идет, вот это вот нету. И сюда надо кожух ставить. Сюда надо ставить кожух, чтобы не попадала ни грязь, ничего, ни вода. Здесь уже, в принципе, вот она становится. И сюда складывается, получается, маховик. И все закрыто. Блин, вообще классная. Работа четкая прям. Порадовал. Так, здесь он крашеный какой-то алюминий со второй стороны. Ну а здесь ровный. Блин, ну вообще просто супер. Ребята серьезные, у кого я заказывал, пообещали, что все вот отправят. Я перевел деньги, мне вот отправили плиту. Я говорю, шла она с Москвы до Воронежской области сутки. Потому что в понедельник я утром оплатил, отправили. А вот во вторник я получил где-то уже после обеда. Мне позвонили с компании, с энергией, сказали, все. Блин, вообще четко. Гарантию даю на то, что это не кидалово. Я вам ссылочку дам на сайт, где я на Авито, на их объявление. Где у них там еще не один, там не они только плитами занимаются, там много чего у них есть. Так что, ребят, будете если заказывать, не переживайте, никто не кинет ничего. Вот я вот заказал нормально, и цена за усиленную плиту с выжимным 3500. Это прям очень дешево, потому что люди продают по 3500 обычную плиту без вот этого вот. А то и до 5000 доходит по объявлениям. Здесь вообще адекватная цена, просто адекватная цена. Качество просто на высоте. Я очень доволен. Так что, ребят, не переключайтесь, подписывайтесь. Уже начинается интереснее. Скоро будем устанавливать эту плиту на мотор. Так что всем пока. Ставьте лайки или дизлайки.